Всем привет! Я рада вас видеть на своем YouTube-канале, и сегодня мы с вами говорим про волосы. Так как я давно работаю с волосами, я хочу поделиться с вами способом, как накрутить одни из самых сложных волос. Это длинные, неокрашенные, натуральные, тяжелые. Знаете, про такие волосы говорят, на них ничего не держится. Так что я приглашаю вас к просмотру, и обязательно внизу напишите мне в комментариях, нравится ли вам подобная рубрика, оставлять ли ее. Ваше мнение для меня очень важно. Так как у моей модели волосы окрашены в светлый, я использую увлажняющую пенку от Urban Tribe. Она уберет сухость, волосы будут легко расчесывать, и что важно, она не утяжеляет их. Распределяем и ждем, пока она подсохнет. Дальше я наношу спрей для термозащиты от Urban Tribe, который идет уже с фиксацией и блеском. Наношу с двух сторон и сглаживаю пушки. Делаю отступы по 2-3 см и гофрирую прикорневую зону. Беру прядь по 3-4 см и кручу на плойку 32 мм, у которой температура 200-210 градусов, жгутом с перекрутом. Здесь маленький момент, это то, что плойка у меня зеркальным титаном, она прогревает прядь очень быстро, поэтому важно не обжечь себя тоже. И дополнительно с помощью плойки и зажима я сглаживаю пушки. Для разбора я буду использовать жидкий лак от Urban Tribe, это действительно очень крутой продукт, который фиксирует, при этом не склеивает, и волосы запоминают свое положение. Дальше все последующие ряды мы повторяем привычным способом. Также я бы хотела отметить подготовку волос. Я всегда рекомендую девочкам промыть волосы шампунем 2 раза, а также нанести бальзам на кончики. Не использовать никаких масок и масел, так как они могут утяжелять вам волосы перед накруткой. Thank you.
Спасибо, что посмотрели данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!